Быстро решать возникающие проблемы, избегая бюрократических процедур. Органы местного самоуправления в перспективе станут эффективным мостиком между властью и населением, считают участники круглого стола. Причем заинтересованы в таком сотрудничестве и чиновники, и сами жители. Хотим мы того или не хотим, мы стремимся к качеству жизни в каждой территории. Соответственно, мы понимаем, для того, чтобы качественные изменения происходили, люди, заинтересованные в этом, а это все мы вместе, должны принимать в этом участие. Впрочем, внедрение такой практики в реальную жизнь проходит не без подводных камней. Основные проблемы – недостаток финансирования и несовершенство правовой базы, когда роль и сущность органов местного самоуправления должным образом не закреплены законодательно. Решать эти проблемы необходимо как на федеральном, так и на местном уровнях. Для того, чтобы все пошло нормально, урегулировать нашу, так сказать, общественную жизнь, возникают те или иные общественные отношения, нужны соответствующие регуляторы. Это регулятор общественных отношений, он стоит из норм права. Наделяя полномочиями, не забывать об ответственности. Территориальные органы самоуправления уже работают в Оренбурге и решают конкретные вопросы. В первую очередь, это проблемы ЖКХ, актуальные каждый день. Уборка мусора, уход за территорией, организация дворовых мероприятий. Механизм самоуправления жителей уже в действии. Я от жителей чувствую власть, что я могу с чем-то помочь своим жителям. В микрорайоне, чтобы был порядок, и не только в микрорайоне, решать проблемы жителей. Виталий Сапожников, Илья Скоялин. Наше время.